Дорогие мои, время позднее. Мы уже полчаса обмениваемся любезностями. А между тем мне стало известно, что Наталья Ивановна не совсем довольна Юрой Рябининым. Рябинин прекрасно знает предмет, но я не согласна с его ориентацией на эдакую физико-математическую элиту. Зачем тратить время на тех, кто распрощается с физикой сразу после окончания школы? Затем, что знания обогащают личность. Неоптимальный вариант. Зато человечный. Ты что ж про меня думаешь, что я... Да я про тебя вообще не думаю. А я и боялась, что вы здесь свадьбу сыграете. Она меня вообще не любит, Надежда Александровна. С Юрой Рябининым все понятно.